Когда они впервые приземлились, первое, что мы заметили, странные костюмы. Но затем правительству поступила информация о том, что инопланетяне намерены перемещаться в новые области. Инопланетные беспорядки продолжаются. Как раз тогда правительству пришлось проявить твердость. Все начало выходить из-под контроля. Южная Африка, 1990 год. Их держали в качестве рабочей силы. Они жили в действительно ужасных условиях. Мы не хотим находиться тут. Нам здесь не место. У нас нет ничего. Совсем ничего. Рядом с ними испытываешь беспокойство. Мы не знаем, как они мыслят, на что они способны. Мы не чувствуем себя в безопасности. Однажды они сделают что-то, чего мы не ожидаем, и случится большая беда. Меня зовут Бангани Зулу, и я отвечаю за безопасность в Соуэто. Я служу в полиции уже 2.5 года. Полиция! Всем лежать! В нашей стране хватает расовых проблем. Предрассудки очень сильны, они порождают страх. И местное правительство пользуется этим. Они играют на этих страхах. Все, что противоречит их порядкам, немедленно пресекается. Выжить в Йоханнесбурге. Да, у меня есть бронежилет. Я всего лишь охраняю мясо, потому что пришельцы могут прийти и забрать его. У меня еще оружие вот здесь есть. Ты пытаешься заснуть ночью и постоянно слышишь эти странные звуки над твоим домом. Иногда дети не могут уснуть, они кричат «папа, папа». Ты выходишь на улицу и видишь необыкновенные вещи. Эти огромные тарелки. Некоторые из них больше 1 километра в диаметре. Они мешают воздушному сообщению, почти сводят его на нет. Возьмите Boeing 747. Да, в общем-то, любой из основных коммерческих самолетов. Они же не могут приземлиться нормально в аэропорт. Ни в Йоханнесбург, ни в какой другой. Авиакомпаниям пришлось изменить маршруты захода на посадку из-за торчащих в небе летательных аппаратов. Дайте нам электричество. Здесь невозможно жить. Нам нужна проточная вода. Ваши биологи не борются с микробами. Мы застряли в этой дыре. Фотографии просто приклеены, видите? Я думаю, они не очень добропорядочны. С тех пор, как они здесь, вокруг столько насилия, смертей. А еще эти их кабели, которые они запускают в нашу землю, в источники питания, например, в воду или электростанцию. Эти кабели соединены с их кораблями, то есть они воруют нашу воду и электричество. Они катаются на поездах, понимаете, на крышах поездов. Там такое напряжение, что любой бы человек умер давно. Они ничего, видимо, для них это нормально. Приземлился НЛО. Войска в полной боевой готовности. Похоже, ситуация стабилизируется.
Но на самом деле это не так. Я всего лишь надеюсь, что мы сможем достигнуть такого уровня жизни, который будет справедливым и одинаковым для всех жителей страны. Жители Тембизы хотят, чтобы инопланетяне покинули город.